Всем привет! В данном ролике я вам расскажу, как видеть ночью в Rust. Данная фича подойдет только обладателям видеокарт NVIDIA. Впервые об этой фиче я узнал на канале GoodJoint, ссылку на которого я оставлю в описании. Эта фича работает через фильтры GeForce Experience, которые мы скоро настроим. Вот какая видимость у нас получится в конце. Я думаю, вы все и сами видите. Все видно отчетливо. В недавних обновлениях Rust'а разработчики пофиксили эти фильтры, но есть способ, как ими можно сейчас пользоваться. И сейчас я вам расскажу, как это сделать. Давайте перейдем к настройке данного фильтра. Открываем пуск и пишем панель управления, открываем ее и переходим в пункт программы и компоненты, находим NVIDIA GeForce Experience и удаляем его. После удаления перезагружаем ПК. После перезагрузки ПК открываем описание видео и переходим по ссылке. Оттуда скачиваем нужную нам версию GeForce Experience. После чего открываем файл и устанавливаем GeForce Experience. И опять перезагружаем ПК. После перезагрузки ПК открываем GeForce Experience, логинимся любым вам удобным способом. После открываем настройки и ставим галочку на пункт «Включить экспериментальные функции», ждем, пока программа прогрузится, и после этого перезагружаем ПК. После перезагрузки ПК мы наконец-то открываем Rust и начинаем настройку фильтра. Для начала нам нужно включить некоторые настройки в игре. Открываем эффекты и ставим сглаживание TSAA и включаем резкость. После открываем настройку фильтров сочетанием клавиш Alt плюс F3. Нажимаем на первый стиль и добавляем туда эффекты, как на видео. Как настроили, закрываем и перезапускаем игру.
Опять открываем настройку фильтров сочетанием клавиш Alt плюс F3. Нажимаем на второй стиль и добавляем эффекты, как на видео. После настройки можно закрывать настройку фильтров и пользоваться. Но еще для удобства советую забиндить клавишу для быстрого переключения между этими фильтрами. Для этого открываем Overlay GeForce Experience сочетанием клавиш Alt плюс Z, нажимаем на шестеренку, после переходим в сочетание клавиш и добавляем удобную для вас клавишу. Для пункта «Выбрать следующий фильтр». Ах да, еще можете поменять настройки резкости и цвета для более приятной картинки, как на видео. И еще важно выходить из игры с включенным первым фильтром. Спасибо за просмотр!